Чтобы не вспугнуть тех, кто спит уже давно, тем, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? На-на-на-на. Крестик на моей груди, на него ты погляди, что тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одну. Словно куклой в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит как страшном сне, и находиться здесь опасно мне. Та-ра-ра, та-ра-ра. Теперь он может управлять тобой. Меня это не